Более 950 тюменок с начала года обратились в фонд социального страхования за пособиями в связи с материнством. В 80% случаев у организации недостаточно денежных средств. В 20% работодатель банкрот. К слову, таких предприятий в регионе 355. Большей части обратившихся деньги уже выплачены. На их лицевые счета фонд соцстрахования перечислил около 17 миллионов рублей. Остальные заявки находятся на рассмотрении. В случае, если возникли какие-то проблемы с выплатой пособия, необходимо обратиться в фонд социального страхования, то есть либо за консультацией, либо уже напрямую с необходимым пакетом документов. Без пособия застрахованное лицо не останется. Напомню, минимальное единовременное пособие при рождении ребенка составляет 18 800 рублей, ежемесячное по уходу за первым 3,5, а за вторым и последующим более 7 000 рублей.